Всем привет! Сегодня я продолжаю читать вам книгу C-Sharp для профессионалов, том 1. Введение. Преимущества .NET. Преимущества .NET разделяются на подразделы, которые будут записаны в отдельных видео. Выше говорилось о том, насколько хороша платформа .NET, но ничего не было сказано по поводу того, каким образом .NET облегчает жизнь разработчика. Рассмотрим некоторые улучшения, произведенные в .NET. Объектно-ориентированное программирование. Объектно-ориентированное ООП представляет собой способ написания программ, при котором код разбивается на единицы, известные как объекты или классы. Каждый объект обычно служит абстракцией некоторого объекта реального мира. Объект содержит информацию о своем состоянии, а также имеет некоторый набор доступных методов, функций. ООП позволяет создавать новые объекты на основе существующих при помощи процесса, именуемого наследием. ООП можно противопоставить процедурному программированию, в котором код просто разбивается на большее число функций. За последние 20 лет ООП практически вытеснил процедурное программирование, так как выяснилось, что использование объектно-ориентированного стиля обеспечивает более качественное программирование и увеличивает степень повторного использования кода. Из применяемых на данный момент языков программирования C++ и G++ полностью поддерживают ООП, в то время как Visual Basic поддерживает ограниченное подмножество функций ООП. Старый Windows API был написан на C и, следовательно, является полностью процедурным. Это означает, что API состоит буквально из тысяч функций, напротив .NET и C-Sharp полностью основаны на принципах ООП. В частности, библиотека .NET является библиотекой классов, а не функций. Можно создавать экземпляры этих классов и во многих случаях производить наследование классов, а также вызывать их общие методы. Это позволяет создавать интуитивно понятный, хорошо структурированный и более надежный клиентский код, что невозможно сделать с помощью Windows API. В следующем видео вы увидите хороший дизайн. Следующее преимущество .NET. На этом спасибо за внимание. Ставьте лайк, если видео понравилось, и подписывайтесь на канал. До следующего видео.